Показ фильма Таисии Никитиной «Внутри снимка» для студентов Самарского государственного социально-педагогического университета проходит в рамках киномарафона «Алгоритм подвига». На экране рассказ о жизни и творчестве известного фотокорреспондента Евгения Халдея, который прошел всю войну с камерой в руках. Студент Максим Горбачев признается, идею такого урока возьмет на вооружение для своей будущей педагогической практики. Как студент исторического факультета я понимаю, насколько это важно для подрастающего поколения. И да, это очень захватывающе, это очень, не буду скрывать, страшно, потому что это трагедия для всей нашей страны, для каждого жителя нашей страны. И только все вместе, только зная о тех событиях, мы можем стать сильнее. Культурно-просветительский проект «Алгоритм подвига» проходит для детей и молодежи с 1 февраля по 31 декабря. Его цель – воспитание патриотического духа у подрастающего поколения и формирование духовно-нравственных ценностей. Проект проходит в формате выездных мероприятий в учебные заведения Самары. После просмотра фильмов проводится дискуссия со спикером. Мне кажется, что вот как раз сегодня киномарафон может быть даже более необходим, чем вчера и позавчера. Потому что важно разобраться сегодняшним молодым людям, важно для себя лично разобраться и в том, что такое война, и в том, что такое мужество. Но мне кажется, что вот история нас сегодня поставила в ситуацию, когда надо разобраться в очень простых, казалось бы, но очень важных вещах. Что делает кинохроника? Запечатлевает здесь и сейчас, в сию секунду, какой-то архиважный исторический факт, в данном случае военный факт, что чрезвычайно актуально сейчас. Ведь по ту сторону объектива человек стоял, и он не знал, вот через секунду его убьют или нет, а он снимал. Также студентам представили фотовыставку «Война сквозь объектив». Это работы куйбышевских фотокорреспондентов и операторов-документалистов, прошедших войну. Полина Чулюкова, Петр Поломеев. События.